Слышь, слышь. А у тебя вообще какая ходка? Ща в зону приедем, я тебе пасть порву, моргалы выколю. Ты чё, коза, такая дерзкая? Твое место у бараши. Девочки, тихо, строили тут. Ещё превратились как проститутки. Вы вообще соображаете что-нибудь? Маша, это что вот за юбка? Покороче не нашлось? Может, вообще снимешь тогда? Хочешь, чтобы тебя там изнасиловали? Машка, может, и хочет. Дура. Ну а чё? Познакомишься с конкретным парнем? У тебя же все равно же нет никого. Знаешь, куда идти? А вы можете не волноваться. Вас-то уже точно никто не изнасилует. Она еще и хамит. Дрянь. Просто не понимаю. Георгий Борисович, это же дети. Мы несем за них ответственность. Да-да, мало ли чё. Вот вы согласились, вы отвечайте. Нет у меня аппетита. Что значит «я согласился»? Ну вы же у нас прям целый художественный руководитель. С нами-то даже не посоветовались. Да-да, мы бы вам объяснили. Это президентская программа. Президентская. Вот президенту и объясняете. Да что вы нас президентом пугаете? Ну да, он там человек новый, может и не знать. Чего? Ну что мы девочек с зэком везем прям в тюрьму? Сами. Вот именно, не сами, а федеральная программа. Не мы одни. И потом там тоже дети. Так и называется. Дети детям. Наверное, люди поумнее нас сами придумали и все организовали. Дети, преступники там, а не дети. О, наша тюряга. Мы артисты. Тоже. Я артистка, а вы трусы. А я согласна с Машей. Нормальные чуваки. Просто к тому же раз приехали... У вас все просто. Что вы понимаете? У меня прям коленки дрожат. Анастасия Николаевна права. Если бы мы отказались, они бы могли нас из мести убить. Хватит глупости говорить. Курить хочется. Это я. Как вы там? Машка, дай сигарету. Знаю, у тебя есть. Мы почти готовы.